В ходе заседания Думы депутаты рассмотрели еще ряд вопросов, в том числе социальной направленности. К примеру, приняли пакет документов, подготовленных Министерством образования Саратовской области. Изменения внесены в ряд законов, регулирующих финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений региона. Проекты предусматривают увеличение заработной платы сотрудникам школ и детских садов. Кроме того, законопроекты устанавливают нормативы финансового обеспечения общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также учреждений интернатного типа. Еще одна поправка предусматривает выделение средств на питание для детей беженцев, которые посещают школы и детские сады. Закон, который устанавливает компенсацию за питание детей и семей беженцев и прибывших с территории Украины, которые не проживают в пунктах временного размещения беженцев. Это те детишки, которые посещают дошкольные образовательные организации и, соответственно, школа. Поскольку для нас нет детей своих и чужих, на эти цели мы предусматриваем 1 миллион 37 тысяч рублей.